Сейчас мы говорим, что ЦСКА феноменален в этом сезоне, это правда. И тем не менее, 2011 год, последний раз Уфа выигрывала в Москве, Салават Юлаев выигрывал в Москве. На твой взгляд, это может быть даже не менее важно, потому что это прямо за это время поколения сменились, а ситуация не менялась. Действует исключительно результативно и полезно для своей команды. Да, причем двоит так уверенно в двух последних матчах, 4 заброшенные шайбы. Толчинского шикарный момент теперь у Мамина. И две из них, из этих 4 победные. Не позволили как следует надавить ЦСКА и сумели забраться в чужую зону. Там, правда, на уровне такого анекдота получился эпизод, который при этом может и не смешно закончиться для участников, но вроде все живы-здоровы. Два игрока, Салавата от большого усердия, столкнулись друг с другом. Ох, для Толчинского какой был шанс! Шанс был! Ну, там угроз создать не удалось. И сейчас вот третья подряд смена уже. И на самом деле, ну, я так понимаю, что идет уже четвертый. Уже Кадейкин вышел. Какой рикошет опаснейший. И это как раз Кадейкин подставил клюшку под бросок Гареева. И, пожалуй, действительно самый реальный момент у ворот Ильи Сорокина. Катком по чужой зоне не выпускать Салават из зоны обороны. Но Салават выставил, не пропустил, потихонечку стал выравнивать игру. И последние минуты и смены. У Сорокина работа есть, а фамилию Гареева мы практически не называем. И это не из вредности. По ходу вот этой вот 17-матчевой победной серии большинство тоже работает, работает неплохо. И когда надо, своей команде очень серьезно помогает и выручает. С такими исполнителями было бы удивительно, если бы оно не работало. Оно работает быстро. 10 секунд. Я же поговорил не случайно, что вполне можно ожидать. Вот мы дождались. 10 секунд потребовалось хозяевам. И ситуация для ЦСКА становится куда как приятнее. Отправляет партнера левым флангом в чужую зону. И сам в итоге первым на шайбе отскочивший от Кадейкина и игрока ЦСКА из борьбы. Кадейкин, передача не получилась первая, зато вторая нашла Кугрышева. Атака продолжается и пока что щитки Сорокина, который потерял шайбу из виду. Вот вещь удивительная абсолютно, то что сейчас голкипер ЦСКА потерял шайбу, она здесь лежала перед ним. 4-5 игроков, сейчас повтор будет, считайте. И вот Кемпанин кого-то поискал, нашел Умарка. Умар хорошо убрал. Ну, собственно, а кто так еще может? Не каждый может так, прям скажем, нападающий в континентальной хоккейной лиге. Ух! И хороший момент в итоге здесь с автором заброшенной шайбы. Если бы она была, Умарка был бы под стадион ЦСКА. Потому что шайба очень удачно выскочила, отскочила от борта. Пытается доставлять шайбу в чужую зону, но там очень активно играют защитники и не оставляют времени игрокам для того, для принятия решений. Отличная получилась передача. Собственно, это все имени Ткачева. Потому что первый раз игрок, ну и передача к синей линии в зоне атаки оказывается неудачной для ЦСКА. Повод начать смену, но тем не менее нападающие-то остались. Меняются защитники, и они вернулись в чужую зону. Григоренко набрасывал на пятак. Там Капризов в борьбе с капитаном уфимцев Григорием Паниным. Я вот отмечу, что, ух, бросок Акулова. Хотел отметить, что Шелунов уже не первый раз выходит с другими партнерами. Это Акулов и Мамин в этой ситуации. И выигранное вбрасывание Максиму Шелунову позволило Константину Акулову нанести бросок по воротам Салавата Юлаева. Ну и, собственно говоря, неожиданный бросок. Он и для нас с тобой. Там сколько там, 29 из 30, да? Это очень и очень сложная подъемная задача для Уфы. Но здесь дело не в том, насколько она сложная, а в том, что первая шайба нужна вот прямо сейчас. А в штангу попадает. Тренеры Салавата Юлаева сейчас сошли на минимум. Конечно, нужно забить и просто просят переводить игру. Зона ЦСКА, все на ворота. В том числе и не удаляясь. И, как показывает сегодняшний матч, была абсолютная логика в этом с точки зрения тренера. Хартикайнен! Нет, еще не все! Еще не все! 4 минуты, я говорил, было у Уфы. Теперь 3:16, но отыгрывать надо одну. Линиями арбитры, значит, смотрят на положение вне игры. Да. Так вот я к чему, если сейчас они посмотрят и скажут, что это гол. Такой нюанс, да, который
очень немногие знают, что линия, сама вся вот ширина линии, какая бы она ни... Не засчитали, это никого не волнует. Забросил, забил, закопал, что угодно сделал, до тех пор, пока судьи не признали голом, это что-то другое. И ЦСКА, да, Линдон Уэйд. Но это уже формальность была, так честно сказать. С момента, когда было принято решение, что уфимский гол не засчитывается, что его нет, уже понятно было, что еще на одно чудо ни времени, ни сил. И ЦСКА забрасывает третью, фактически лишь просто подтверждая то, что, в общем, вообще и так сильно, я уже гораздо больше с тобой согласен, как защитник, да. Счетом ЦСКА выигрывает на своем льду у уфимского Салавата Юлаева. Нельзя сказать, что это была игра в одну калитку. Салават Юлаев временами смотрелся не хуже.